Вот мы спустились. Полянка тюльпанов. Аромат божественный. Я думаю, там будет. И не факт, что еще будет. Какая красота наверху. Горы, тюльпаны. Поэтому не даже здесь тюльпанчик вот от всех. Даже про ярмарка есть, луковицы тюльпанов продают, если кто хочет приобрести. Махровые прям такие красивые тюльпаны, там розовенькие с беленькими. Ну что, идем к папе? Да, папе. Идем к папе? Идем искать папе? Попробуй, да. А, вот они. А, не, другие. Колбаски. Ну, даже, потому что они разновидные, как-то видели, что растут. А вот смотри, какой. Как бар такой, и все там еще. А там вообще на клеве не похоже. На камеру. Не, вот так говорю. Нет, ты лучше стой, вон так. Где вы? Да я сяду. Да, как вот какие-то отцветают. Красивые вообще внутри.
махровенькие, были такие бордово-красные, а такие тут сейчас оранжевенькие, желтенькие с красненьким, такие вот. Как эти похожи, еще плюс на бархатцы. Вообще прям сзади. А потом вот какие? Даже распустились пионы. Тюльпанчики. Опа. Смотри, куда я забрался. Здесь можно приобрести луковицы и тюльпаны. Сейчас с другой стороны обойдем. Да. Да, сейчас с другой стороны еще. Там от парка видно далеко море. Да. Цветение розмарина, такой голубенький приятный цвет. Спускаемся куда-то вниз по лестнице. Оливковый сад. Деревья. Ты здесь снимаешь?
Здесь снимаю.